все смазочные материалы «Манол» проходят самые строгие лабораторные испытания. Ведь от них зависит, как покажет себя сердце автомобиля. «Манол». Что? Я просто смотрю и хочу тебе задать вопрос. А ты правильной стороной сейчас ставишь? Нет. Сколько в этом маленьким кусочком железа денег зарыто? Боже мой. Работает? Датчик? Конечно нет. Смотри, клапан титан, не направляшка, а тарелка тоже титан. А, и вот эта тарелка? Да, вот эта тарелка тоже титан. Ага. Вы даже можете сейчас, друзья, написать комментарий, для чего, как и почему вот эти вот клапана, Георгий Александрович, впуклыми. Впуклыми. Почему да. Не впуклые, а это... Подожди, а давай посмотрим. Это выпуск, это впуск. Наоборот. Здравствуйте, друзья! Сегодня, наверное, будет такая скучная серия, потому что мы продинамили все возможные и невозможные сроки постройки титанового мотора. Ряд запчастей из Германии мы еще ждем, в частности, распределительные валы. Но масляный насос пришел, значит, куча запчастей пришло, и сейчас просто уже психологически и физически нет сил чего-то ждать. Уже скоро Новый год, и надо собирать. Тарас Сергеевич вчера... В общем, я надеюсь, что он сегодня опоздает, и у меня хоть будет немножко времени, чтобы спокойно собрать, ну, хотя бы попытаться собрать то, что у нас уже есть. А есть у нас, собственно говоря, много. Значит, титановая голова, к ней мы перейдем после, еще запакован, распакуем, покажем. Значит, все запчасти, башмаки новые, значит, Арига, так, датчик старый, но прокладочка новая. Значит, болты отнесем, по-моему, в АПУ 900. Соответственно, значит, эти запчасти помыты, можно обезжирить, устанавливать. Значит, здесь еще у нас куча всяких, значит, опор, вернее, лап двигателей и так далее, кронштейнов. Еще не мыл, отнесем, помоем. Соответственно, масляный насос, произведение немецкого искусства. Значит, будем ставить все прокладочки, все, что только можно было бы себе представить. Значит, сальники. Сальники не Арига, а Виктор Рейнс, потому что они с пружинкой, потому что современные BMW сальники, они, господи, как вам сказать, такие бумажные, мне не нравится. Ставить будем примерно такие. Это, кстати, подогнал в запас кто-то из подписчиков, за это ему большой респект и уважение. Короче, мое субъективное мнение, что ставить надо именно вот такие вот сальники. Цепи тоже, естественно, новые, цепь масляного насоса новая. Болты, головки блока цилиндров новые, значит, здесь лежит помпа, прокладки, короче, куча всего, что можно себе представить, и сейчас всю эту историю будем собирать, это уже... О, Манол, привет! Здравствуй! Я думал, ты еще спишь. Георгий Александрович, я тебе мельдо не принес. О, за это благодарочка, это мне сегодня пригодится. А ты что? Все, ждать времени больше нет, Тарас Сергеевич, я собираю. А ты что так рано, после вчерашнего? Георгий Александрович, так а что, ты время видел, там уже все, все выспались, все хорошо. Эй, что такое? Слушай, это мануал, чтобы, значит, моменты затяжки и все такое, чтобы собрать Антипычу новый мотор. Oil Pump Cover M6, 10 ньютон момента, да ты вообще... Какой М6? А, М6, да, 10 ньютонов. Вот у нас для этого есть специальная трещотка. Георгий Александрович, ты не ту литературу читаешь. Держи. Секрет легкой жизни. Ты где это взял? Ну, Георгий Александрович, я это, во-первых, где взял это секрет, это раз. А во-вторых, все просто знают, что когда ты собираешь, будешь титановые моторы делать свой BMW, то всем надо сбежать с этой планеты по-хорошему. И вот я вот тебе принес, вот так сказать, поддержать психологически. Пароль тебя. Для подсознания. Да. Тарас Сергеевич, ты нормальный? Я да. В предисловии систему я, которую назвал... Легкая жизнь стала итогом исследований, длившейся 45 лет. Иди в туалет. Я не хочу. Используй по назначению. Я не понимаю, кто такие книги пишет? Джеймс... Все, не продолжай. Так, значит, сальнички тоже будем ставить. Ну, в общем, как-то так. Будем всю эту историю нынче собирать. А книга выпущена-то в Питере. А тут еще есть несколько бестселлеров. Все, надоело. Нет, все, Сергеич.
Отказаться от кофе нет проблем. О, иди к кофейному аппарату, надонать мне кофеечку, Тарас Сергеевич. Давай, все. Тут написано, как избавиться от этого. Иди. Иди, вот иди. Я не хочу избавляться от этого. Иди. Георгий Александрович, слушай, а как это вот здесь работает? Я что-то не понимаю. Вот эти, знаете, жители там, вот это вот все. Пожалуйста, не трогай, я все сам поставлю. Ну ладно, ладно, уговорил. Хорошо. Ну правда. О, задний сальник Ленинлава, привет. Да, все, зеленая смазочка. Смазочка, все четко. Прокладочка, Ориго. Не трогай, обезжирено, блядь. А, да? Да. Ну, слушай, неплохо. Очень даже неплохо. Уф. Че? Да я вот просто думаю, как ты сейчас будешь мучиться это все вставлять. Ух, что ты вообще. Мучения мои будут просто, Тарас Сергеевич, колоссальные, нравственные. Я бы даже сказал, в чем-то нечеловеческие. О, о, вот так? Че? Вот так? А что ты хотел? Слушай, я хотел, но я не думал, что это прям вот так будет. Это сюда? Офигеть. Но это самое, как его? Это прям... Прям борщ! Прям... Борщ! И все? Тихо. 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 Вылилось. И пока не нагрелось. Сейчас мы. Давай, мой хороший. Оп. Оп. Георгий Александрович, а сколько ты таких моторов собрал? Отстань. Yeah. Ну, вот что конус животворящий делает. На технологии. Да, теперь знаешь, что самое мерзкое? А. Вот эти болты надо сажать на герметик резьбы, потому что на 54-х моторов очень часто, что вот по этим болтам течет. Это болты сквозные в блок. Эти глухие, а эти сквозные. Поэтому это будет надо сажать на фиксатор резьбы. Да ладно. Иди-ка ты, знаешь что? Че? Запускай ПУ 900. А, это вообще не вопрос, все, Георгий Александрович. Если еще вот мыть, то уже все запущено. Сейчас уже все сделаем, помоем. Все четко, красиво. Нравится. Пойдем включать, нравится. Эх, как огонь вообще просто. Георгий Александрович, все, я включил АПУ. Красавчик. А ты что, как у тебя там? Покладочки. Ауф. Новые. Георгий Александрович, они новые, но их много. Рига. Их много, и они просто... Смотри, кстати, Евросип, какие эти самые коробки запчасти планируют. Да, слушай, не, неплохо, они все так... 15 килограмм можно железяк сюда положить. Ну, это же, понимаешь, педантичные немцы. Да. Так, давайте ставим. О, так ты уже накинул все это. Да, 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 я все поставил. Красавчик. А, можно тебя бросить вот одной рукой, вот так вот просто прижми. Да, вообще, я могу. Нет, вот снизу прижми. А, снизу? Буду ставить, а, давай снизу, хорошо, давай. Конечно. Так. Сейчас мы... Единственное, эти прокладочки, они шевелятся. Ага. В BMTS написано, помажьте прокладочку в одном из точек смазкой. А, чтобы она прилипла и не двигалась? Чтобы она не гуляла, да. Но она гуляет. Да, я вижу, но это же мы. Все обезжирено. Мы сейчас будем их... БМВ и рукожопство. Нравится. Я теряю равновесие уже. Не, я понял, а я держу твой этот. Держи, хорошо. Держу, да. Умеешь же. Да, могешь. Могешь, да. Умеешь. Вот что значит сексолог. Так, окей. Сейчас главное в направляйке попасть, и все будет четенько. Так, там зашло. Так, я держу. Держи. Тут зашло. Тут зашло. Неплохо. Сейчас, мне тоже нравится. Ну вот, чё? Георгий Александрович, есть вопрос. Чё? А вот я вот заметил, что здесь на прокладке есть вот такая вот пимпа, и она вот торчит. Вот, вот прокладка. Вот это? Да. Все, вопрос на завод BMW. Ну, наверное, чтобы все видели, что там есть прокладка, а не на герметосе сидит. Кстати, да, очень много кто на герметосе эту штуку собирает. Да, экономит. Так, кстати, вот тебе, как сексологу. Ага. Болты. Давай. Маноль. Ага. Монтаж клинер. Ага. Обезжиривайте. О, да? Да, пожалуйста, давайте. А, холодно. Да, да, бодрит. Так, ну эти болты сейчас на десяточку чпонь, привернем. И, значит, поставим маслозаборник. И можно будет закрывать. Не. Обезжирилось? Холодно, обезжирено. Теперь продуй. Как можем прокачиваем скилл сексолога? Обморожение считается за прокачку скилла? Что? Обморожение считается за прокачку? Конечно, конечно, конечно. Кстати, Subaru, помните? Коробка снимается.
Надо сходить посмотреть. Сергей! Да. Смотри. Субару разведка. Коробка снимается. А, да, снимается? Да, вон. А она как еще? Ой, ё-моё. Две коробки. Теперь у Субару разведки. Да, да, да. Потому что там же оно все. Оно такое, да. А уф. Пойдем собирать. Пойдем. Причем в ТИСе написано, рукожопы, даже когда вы все это обтянули на 10 ньютонов, ага, подождите немножко и протяните еще раз. Зачем? Не понятно. Болты растянутся. Ну, не 10 ньютонов. Ну, может, такие болты просто. Да-да-да, металл. А, нет, это же BMW. Нет, ну, нет, ты помнишь эти новые болты, которые сделаны из этого? Ну, не весят, которые ничего. А, из алюминия с дырками? Да-да-да-да-да, вот это вот. Это, может, отсылка к этому просто. Слушай, опыт, опыт. Не-не, ну, не должно быть. Ну, короче, здесь огонь. Угу. А, масло прием. Да, огонь. Маслоприемничек я поставил. Ага. Значит, прокладочку поменял. А, там прокладочка даже есть? Да, значит, вот это на датчик коленвала пойдет, это на масляный щуп. Это старые. Собственно говоря, можно видеть, почувствуете разницу. А, ну что, давай на него посмотрим, закрываем двигатель. Давай сфотографируем на память. Ну, если что-то так не так сделали, все равно еще полезем. Ладно, на. Раз. И твое любимое занятие. Обезжиривайте, да, поддон. Сжирить? Обезжиривай. Так, окей. И продуть потом еще, Сергей. Обязательно. Что? Я просто смотрю и хочу тебе задать вопрос. А ты правильной стороной сейчас ставишь? Нет. Конечно, нет. Зачем правильно? Это же BMW. И так будет работать. Так. И так будет капать, я бы даже так сказал. Если с BMW ничего не течет, это что? Не BMW. Не BMW. Нет, такого быть не может. Итак, закрываем двигатель. Ну, пока. Пока. Аккуратненько. Оп. Оп. Что? Дырочки не сквозной. Сейчас все засквозится, сейчас попадем. Надо чутенько сейчас попасть в дырдочки, и будет хорошо. Вот так огонь. А сейчас все болтики затянем и пойдем мыть. Кого? Вон, видишь, у нас тут еще есть что-то. Еще, еще. Фух. Так, ну это грязное, мы... грязное. Не-не-не, это чистое. Надо помыть кронштейн. Но этот кронштейн, скорее всего, надо номера еще перестучать, но он, по-моему, от рестайла. То есть он... А, не может, не подойти? Да, потому что мы на дорестайловый же мотор собираем, короче... А, ну, вот тут мы... у нас же вообще это там гибрид, да, получается, да, какой-то. У нас есть лапы и... О, масляный, да? Да, корпус масляного стакана, там надо все помыть, потом открыть, помыть, ну, короче... А это не от рестайла, это подойдет стопудово? Или у них одинаковая абсолютно система? Номера еще растопнем перед тем, как все это делать. А, окей. Посмотрим. Ну, попал в дырочки? Да. Да, отлично. Молодец. Блин, что-то оно такое все ржавое какое-то. Георгий Александрович, а как ты будешь этот болт переворачивать? Молча. Молча. Прям вообще в тишине? Вообще. Выключу свет и в тишине. Коммунала 410. Сколько? 410. Колесо в среднем 100. Двухметровой трубой? Ну, привернем. Сейчас не будем, понятно, что сейчас не будем. Потом привернем. Я специально его не довернул. Ни лактайтом не помазал, ничего не сделал. Слушай, зная всю нашу силу, даже если мы все троем накинемся, то это не будет мануальное, да, нормально значение. Нормально все. У нас есть большие трещотки. Новая прокладочка. Даже здесь, да? Даже здесь, на датчик уровня маслища. Ориго. Ориго? Еще и ориго, да? Нравится. Нравится? Сколько в этом маленьким кусочком железа и денег зарыто, боже мой, просто... Бессмысленно, просто глупо. Бессмысленно, беспощадно, понимаешь? Да, согласен. Ну, ничего не поделаешь. BMW, надежно. Интересно, ее можно по-другому поставить? А, нет, все. Кредит, наверное, взял. Чтобы сделать это. Прикольно, это есть. Все, сейчас затянем. Работает? Мыть железяки. А? Работает? Датчик? Конечно, нет.
Это просто заглушка. Да? Это же BMW. Не, знаешь, уже сегодня столько народу подошли, а вот это что? А вот это работает? О, нифига, а может быть так, может иначе. Слушай, ну я не буду тебя вопросами мучить, я так чисто, ну, так прям. А еще раз обтянул, проверил, да? Да, затяжку, да, да, все, все затянул, все. 10 ньютонов, да, все, здесь. Все хорошо. Я знаю, что тебе доверить. Мне? Да. Что-то доверить? Будешь нажимать кнопку старт на АПУ 900, понимаешь? О, не, вообще не вопрос, прям это в легкую. Изи. Смотри, Антипыч стоит, ждет. АПУ 900. О, еще фильтр есть, смотри, красивый. Ну. Ну фильтр-то давай вытащим, что ты? Что-то не так? Мне просто интересно, понимаешь, что ты меня подкалываешь, сейчас я тебя буду. Он отворачивается. Тебе помочь? Главное, смотришь ты еще, понимаешь, с таким лицом, как это самый. Я недоволен. А я не знаю, как это работает. Ой, прекрати. Это же просто BMW. Надежно. Ты угораешь, да? Не, ну это разве нет. Закона вообще нет? Все хорошо. Так застебать-то. Сейчас снаружи помоется, а потом разберем, датчик вывернем. И там вот еще клапана есть. Надо тоже будет помыть. Ну, старт. Старт, как говорится. Старт your engine. Давай так. Таймер? Я. 10 минут. Отлично. Будет чисто. Пойдем. Пойдем. Нравится. Что именно нравится-то? Мне нравится, вот смотри, видишь, это ж клапан титановый. Да. Я испачкался. Поздравляю. Или он меня испачкал. Ты испачкался об титановый клапан, понимаешь? И неделю тебе палец. Да, мой. Это теперь дорогой палец. Смотри, клапан титан, угу. Не направляшка, а тарелка тоже титан. А, и вот эта тарелка? Да, вот эта тарелка тоже титан. Ага, тоже титан. Втулки бериллиевые бронзы. Сейчас на камеру там ничего не будет видно. Так, окей, да. Что у нас еще может подстерегать? Седла бериллиевые бронзы. Там какой-то сплав еще хитрый. Смотри, а здесь получается они как-то... Да, они впухлые. А тут заподлицо. Можно... Я даже могу сказать следующее. Еще дороже палец стал. Вы даже можете сейчас, друзья, написать комментарий, для чего, как и почему вот эти вот клапана, Георгий Саныч, впуклыми. Впуклыми. Почему не впуклые, а это... Подожди, а давай посмотрим. Это выпуск, это впуск. Наоборот. Точно всегда наоборот. Суть не в этом. Ну, суть в том, то есть что... это не влияет на впуск и выпуск. Почему впуклые? Умные почему... люди поймут, для чего Георгий Александрович сделал их впуклыми. Ну, это так, на дальнейшие приключения. Блин, жалко, на поршне нельзя подстрелить. А, нет, почему? О, можно? Да. А, сука, и тут с двух сторон выточка. Ну ладно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, почему впуклые, а почему заподлицо. Все, да. Значит, соберем, обезжириваем и устанавливаем. Устанавливать будем долго, муторно. Обтягивать. Там, сколько раз? Там с перерывом, по-моему, в полчаса, короче, по-моему, 40 ньютонов и 2 доворота. Сейчас не помню, в ТИСе посмотрим. Оригинальные болты BMW. Или как их? Да. Да? Болты же? Да, болты новые, оригинальные. Конструкция, конечно, очень шаткая. Но ничего не поделаешь, потому что держит. Да, у нас эта штука занята. Так, Федор Сергеевич, сейчас я буду всю эту штуку тянуть. Сначала предварительно, там чуть-чуть. Иди-ка ты за компьютер, не отвлекай меня. А, вообще не вопрос. Это самое, ты сам чуть-чуть. Все, иди. Иди. Так, болты шайбы. Все нормально. Да, конечно. В общем, все собрали, довернули, но вот эти вот немцы со своими доворотами,
Знаешь, 40 ньютонов, 2 по 90. 2 по 90, да, это было прям крайней степени. Крайней степени прям... не нравится. Да, ну, блок изюжил, все хорошо. Да, оно я думал, что резьба пойдет, но, короче, я не знаю. Удача вроде была на нашей стороне. Да. В принципе, все болты обтянулись как надо, все хорошо. Угу. Мы даже, знаешь, прям для людей, смотри, Дрешкич, да. Для людей, у которых нет памяти, видишь, подписано, раз, да, да, два. Да. Я сначала начал римскими, а потом перешел на арабские. Ну, у тебя тут даже два способа этих обозначения получилось. В крайнем случае, манул все отмоет. Это да, да, там, я думаю, ничего страшного абсолютно нету. Давай мотор положим, как бы сейчас вот. Георгий Александрович, я не могу. Почему? А мне лечащий врач запрещает. Держи, я положу. Да, манольчик я подержу, да, давай. И то больно. То нельзя, больно. Нельзя, да. Вот какой даже тяжелый, это... падла. 250. Что 250? Килограмм. А-а-а. Поэтому... Все. Нелегкий. Ништяк. Он так теперь жить будет пока? Пока да, пойдем посмотрим, что там отмылось. А, пойдем, кстати, да, опуш. Георгий Александрович, а у меня вопрос есть. А почему вот в BMW нет определенного типа момента затяжки? Он есть, но потом довороты. Для чего довороты? Слушай, я не знаю, нет, есть определенный момент затяжки, некоторые болты, но такие небольшие. А вот эти головочные, я не знаю, зачем они так сделали. Просто это такая неизученная, да, технология получается? Фичка. Чистенько. Так, стакан. О, нифига, там вообще чистота. Нравится. Ну, чистота еще, залог здоровья BMW. Помоем. Сейчас мы ее разберем. Ага. И еще раз помоем. Ой, а можно мне что-нибудь разобрать? Только ванос. Чего? В смысле, я могу тебе предложить разобрать механизм ваноса. А, то давай, чуть-чуть, вообще ништяк. Буду изучать. Ваня. Скилл повышать. Сейчас мы эту штуку разберем. Тут звезды еще, ёпта, мать. Там, короче, находятся два клапана редукционных. Ага. Надо разобрать, посмотреть. Ну вот видишь, чтобы до конца отмылось, надо разбирать, потому что вот здесь отмыло, а здесь нет. Эту пробку, поскольку она в стакан, ее отмыло. Это датчик давления. Датчик давления мы поменяем, а это датчик температуры. То есть нам это дало просто для полной промывки, да? Грубо, ну не более того. Да, да, да. Видишь, здесь два клапана. Ну вот здесь один, а вот здесь второй, прости. Все, сейчас еще раз ее отнесем. И еще там... положим, да? Да, 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 да. Ну, здесь надо, чтобы все было чисто, детственно, блестело. Верю. Вот тебе задание. Нравится. Ключик надо, да, наверное? Изучить. Ванус. Изучить. Ванус. Ванус. Слушай, двояка. О, смотри, он что-то делает. Ну да. Из дома, что ли, взял? Ну, видишь, нет, для мелочей, поэтому... А, ну, теперь, да, теперь есть. Болтики неплохо. Не потерялись. Так, все, у нас продолжение нашего банкета, да? Я так положу, чтобы она как-то вот так вот жила вверх. Да, да, да. И пушай купается. Ну, это... Вот до чего техника дошла, а? О, как же. Живет. Да. Продолжаем творческую сборку. Будем собирать сегодня по максимуму, пока Георгий Александрович не сдохнет. А, вот так? Не щадя себя? Ну, знаешь, так потихонечку, спокойненько. А, не торопясь, короче. Не торопясь. Ну, огончик, что, давай, погнали. Да. Ну что, я разобрал. Красавчик. Жопный механизм. Ну, слушай, да, но я не думал, что тут так мало запчастей оказывается, ну, детальки. О, так он еще живой, слышишь? А, да? Мы еще его починим, да. О. Ну, этот нет, как мы в запас положим. Угу. На антипчатый, с антипчатый переставим новый. Здесь просто вот на корпусе ваннеса иногда выработка. И поэтому ему трындец, типа, да, приходит? Да, мы здесь просто тефлоновые колесички, Тарас Сергеевич, как возьмем. Как они даже отдельно продаются? Поменяем, дарим комплекты здесь. У-ху. Все, огонь. Да и тут огонь. Да, тащи в мойку. Угу. Давай. Взяли я и помоем. Аккуратно только. Аккуратно. Я вообще в крайней степени аккуратен. Так, это помыли. Ты что делаешь? Клапана смазываю. Дай лучше не посылку. Да, а что ты? Ну, я на самом деле подумал, что... Короче, этот стакан мы отмыли весь. Угу. Чудненько, красиво, все, девочка. Но мы не будем его сейчас ставить. Угу. Вроде по номеру. Дядь, Туль, пока.
По номеру вроде все огонь все должно подходить. Но если мы сейчас его привернем, потом если с антипыча снимать, рестайл, дерестайл, попадем на этот самый, на какого, на прокладку. Как бы, ну да, лучше да, сразу и то, что подходит. Болтов, да? Да, мы сейчас в него просто брызнем в эти самые в клапана маслица. Ну это ж масло. Это ж масло, конечно. Кашу масла не испортишь. Пробочки закроем. Закроем, и все будет хорошо. Да, отмылась. Слушай, да. Где прокладка? Что? Арига. БМВ. Да, так это... С удовольствием за рулем. Но не более того. Больше нет удовольствия. На БМВ каждый километр это счастье, это Сергеевич. Это деньги. Причем немалые. Но это очень долго будет отрабатывать свое вождение. А как дела с Mitsubishi обстоят? У меня, слушай, значит, смотри. Бачка еще нет. Газ вернулся. Большое ему за это спасибо. Мой кошелек об этом говорит. Да, сам вернулся. Я не знаю почему. Может, я перессал. Ну, лучше перебздеть, опять же. Да. Значит, мафан так и не работает. Ему тоже капец. Прикуривателю тоже капец. Значит, лобач огонь. Крыша огонь. Молдинги еще не поставил. Мне, опять же, доктор запретил. Говорит больше этого. Запретил доктор ставить молдинги? Да. Георгий Александрович, давай покрутим. В смысле? Покрутим мотор. У нас же есть вот за что. Да, сейчас покрутим. Можно, да? Да. Ништяк. Ради тебя, Тарас Евгеньевич, я готов. Я не ради себя. Просто мне интересно, загнет клапана или нет. Не загнет. Не загнет? Ну, у нас же как бы распред валов-то нет. Кстати, то есть у нас нету типа открытых-закрытых? Да, да, не все закрыты, поэтому как бы вообще не проблема. Ну давай покрутим. Где-то какая там, 22-я? А слушай, да, 22-я. Твое BMW тебе виднее. Мое BMW у меня, знаешь, бы, что было бы? 15, например, какой-нибудь. В японцах же четные, нечетные они, да? 22. 22? Значит, нечетные у меня. Если BMW четные, значит, у меня нечетные. Давай. Ну что, крутим? Оттуда воздух должен пойти. Давай. Че крутится, ты посмотри на него, а? Посмотри, Тарас Сергеевич. Как легко? Первый поворот мотора. Неплохо. Цепушка. Ты так цепочку держишь красиво, на ништяк. Все, я уже запарился, если честно. Во всей этой ситуации меня радует только одно. Хорошо, что не раком на антипыче, потому что в прошлый раз я голову снимал раком на антипыче. Да, если кто не видел, можете пересмотреть очень давнешние серии, еще прошлой зимой, я когда даже... у Георгия Александровича вылетели клапана. Я чуть-чуть маслица в горшки брошу. Обязательно, потому что, опять же, надо перебздеть, что мотор дымит, понимаешь, чтобы мы уже были до конца уверены. Не, просто чтобы сейчас-то что. Ну, а сейчас-то, да, чтобы там, мало ли что. Хрен его знает. Вдруг там жизнь зародится какая-нибудь новая. И мы узнаем что-то. Ну вот, нам осталось дождаться распределительных валов. Угу. И, в принципе, собрать до конца мотор. Угу. И мы с вами будем делать следующее. Разбирать антипыча. Надо будет разозлиться и разобрать антипыча. А я побегу. Книжку свою почитай. Книгу читать побегу. Потом тебе расскажу. Да. Ну ладно, что. Все, сейчас все это замотаем, спрячем. И можно идти снимать финалочку. Огонь? Да, надо масло побольше налить. Манол, привет. Что бы мы без вас делали, реально? Все жижи, масло там, да, короче, зеленые. Все, зеленки, все, все манол, все, клины все и так далее. Да. Ну окей. Ну, вот так лучше все. Ну, рекомендую. Базар. И жизнь твоя станет гораздо красочнее. Я думаю, что мне придется ее читать, если мы заведем, и мотор газ, пита гасит. Тогда я буду действительно классно. Я буду бежать. Друзья, значит, это, я думаю, что второй этап сборки титанового мотора Антипыча. Мы продинамили все возможные и невозможные сроки сборки этого мотора. Но... не все зависит в этой ситуации от нас. Очень много зависит от поставщиков, которые, значит, детали присылают, как бы делают и так далее. Но по состоянию на сейчас нам для полного кайфа нужны только валы распределительные. Но я об этом уже говорил. Должны быть вот-вот на этой неделе. Поэтому мы, не дожидаясь перитонитов, завтра там или послезавтра, как Георгий Александрович разозлится, будем вытаскивать мотор с коробкой. Ну, короче, всю силовую установку из антипыча. О!
Да, и будем все это дело переставлять, переделывать и пожелать удачи, на самом деле, потому что... Всем мира, добра, удачи. Garage Tools, вы лучшие. Компания Manol One Love. Отличный инструмент. Manol One Love. Уф, просто. Значит, АПУ 900 тоже. Респект, уважение. Спасибо. Чистые детали, да. Чистая совесть. Чистая совесть. До новых встреч, черт побери. Читайте правильную литературу, господа. Ой, все, все. Где ты взял-то эту книжку? По заверениям в Санкт-Петербурге. Все, всем пока, друзья. Кто такое пишет? Зачем это нужно? Пока. По скриптам. Если кому интересно, в прошлых сериях Василий Павлович привез Subaru, Subaru разведка. Ну вот, колокол сломанный. И вот, наконец, самое интересное. Вал коробки сломало, который вот туда вставляется. Вон так вот. Subaru. Металл говно.